Всем агрониками здравствуйте, с вами я, Домер, и, как вы догадались, я сегодня сверкаю. И сегодня я решил притвориться девушкой. Для того, чтобы проверить вообще, о чем будут говорить игроки присутствии девушки, и будут ли они давать ресурсы. Ну, правда ли это вообще, что девушкам больше ресурсов дают, либо же нет. Ну, а если вы набираете 17 777 лайков, то завтра выйдет сразу новый ролик. А если не набираете, не выйдет. И не забывайте про подписку и колокольчик, ведь на миллион выйдет приготовление окрошек. Подписывайся, у нас нельзя ролики без подписки и колокольчика смотреть. Все, так что заходи на уши графический сервер Really World, IP у тебя на экране и в описании. А я пойду пообщаюсь. Точнее, послушаю. Так, чтобы вы понимали, меня, я так понимаю, телепортировала девушка и ее парень. Блин! Так, давайте узнаем, что у них тут происходит. Ты что молчишь? Привет. Привет. Давайте дружить. Я узнаю голос. Что ты узнаешь? Я должен ваши секреты узнать, а он мой голос узнает. Давай дружить. Извините, а с вами можно жить? Да. Конечно. Чебупель, а ты, кажется, романтик. Можешь сделать комплимент? Ой, какой же ты красивый. Вообще-то я красивая. Я красивая. Это слабо. Ну что ты? Давай получше. Возьми тотем и кинь. Его сейчас хотят обучить. Таруми, покажи этим мальчишкам, как правильно надо, комплименты делать. Хорошо, сейчас. Показывай. Все, давай, мы ждем. Придумывай. Ладно, пусть пока она думает, комплименты Чебупель сделает. Какая же ты красивая, добрая. Я только телепортировался, мне уже комплименты делают. Красивые волосы. Не, ну это все понятно, Чебупель. А душа какая чистая. Конечно. Чебупель, давай отойдем, я хочу тебе кое-что показать. Давай отойдем. Хорошо. Так, идем сюда, Чебупель. Это твой дом. Ну, мой и моей жены. Давай придумай, пока они там разговаривают. У тебя есть жена, а ты мне комплименты делаешь. Держи. Чебупель, ну смотри, если у тебя есть жена, ну ничего страшного, то, что ты мне комплименты, да, делаешь? Ничего, она сама согласна. А ты не против? Как твоя жена отнесется к тому, если мы будем жить втроем? Ты, я и моя собака. Собака? Тише, кстати, меня зовут Мартин. Давай, извини, раз. Ты не в моем вкусе. Мне больше нравится вот этот красавчик. Да, ты красавчик. Харуми, это правда, что ты жена Чебупеля? Да, понимаешь, есть такое. Харуми, у меня такой вопрос, странный очень. Можно я буду с вами жить? Да, я не против. Будешь моей подружкой. Конечно. Можете приват добавить, пожалуйста? Так, и мы сейчас проверим, сможет ли Домеряшка увести его парня. Ладно, это все в целях эксперимента, ребята. Может быть, чайок попьем? Все, подружка, ты в регионе, все. Да, я в регионе. Подружка, пойдем отойдем. Давай, пошли. Так, а вы? Потом давайте чайок пить. Ну, конечно. Потом чаек. Пойдем отойдем. Так, то есть получается, меня вот просто вот так вот добавили в приват, да? Так, сейчас давайте я даже проверю РГ-инфо. Так, где там мой ник? Я уже и забыл, как меня зовут. Настя, тут такое дело. Это же твой муж, да, Чебупель? Да. Короче, ничего страшного, что он ко мне подкатывал. Ну, я тоже иногда подкатывала парня, поэтому нормально. Ну, короче, у вас, я так понимаю, свободные, да, отношения? Да. Просто у меня есть 10 подружек, им всем понравился Чебупель, и они хотят на нем пожениться. Ты не против? Он будет арабом? Нет. 10 жен? Ну почему сразу арабом? Они его будут обеспечивать. Я просто... Мне кажется, ты его не сможешь обеспечить. У меня 12 лямов. Конечно, смогу. А, у тебя 12 миллионов? Да. Ну почти 13. Да? 13 миллионов? Ну почти. Так получается, это ты мужа обеспечиваешь? Да. Необычно, конечно. Ну короче, тогда дай мне, пожалуйста, 2 миллиона. Мне нужно на новый маникюр. Подружке все угодно. Неужели мне сейчас дадут 2 миллиона на маникюр? 2 миллиона! Что ты делаешь? Не надо так делать. А что это сейчас только что было? Вот тебе сейчас какой-то человек подбежал, что-то сделал и убежал. Да, он просто этот пристает ко мне. Любовник получается? Не, он чужой. А, чужой, он плохой. Ну тогда все. Тебе, кстати, нравится мой портал? Какой портал? Вот этот. Ну да, портал реально бомба, просто пушка. Все, я прыгаю. Привет. Привет, Настя. Давай дружить. Ой, какая же ты красивая, Настя. Это про меня, да. Вай, Настя, ты вот прям влюбляешь. Я, конечно, не знаю, сколько тебе лет, но надеюсь, вот наши отношения никто не осудит. Не осудит, конечно. Мне 15. Мне 20. Мне 18.
А, да, да, вот точно. Ну вот если кто-то спросит, да, вот. Да. А, хотя. А ты можешь сказал, свой дом показать? Можешь свой дом показать? Мой дом? Да, твой дом. Мой? Ты про мой? Ты про мой дом? Про твой дом, да. Сейчас покажу. Вот. Я тебе напишу, хорошо, ТП, да, а ты да. сразу потом ТП. Хорошо. А то там вот все трудно у нас. Вот сейчас. Я дождись понимаю. Меня, пожалуйста. Вот, я тебя дождусь, вот. дождусь. Да. Вот на спавне много людей, пожалуйста, не изменяй. Я тебе доверяю. Конечно. И поэтому... Такого не будет. Я тебе верю. Ценю это, Настя. Даже если ты меня вот, ну, променяешь на кого-то вот побогаче, я тебя не забуду. Это самое главное. Доверие. Вот я тебе доверяю. Все, я иду. Он горает надо мной или что? Лен, на полном серьезе. Так, ладно. Он сказал доверие, да? Сейчас мы все устроим. Ребята! Кто хочет с девочкой дружить? Кто хочет с девочкой дружить? Подходите, кто хочет с девочкой дружить. Давай я. Попчик, давай домой, Попчик. Куда? Домой к тебе, Попчик. Давай, попыш. Давай, Попчик, пойдем. Все, Попчик, ты же не грифер. Нет, конечно. Все, Попчик, я тебя отправил. Вела. О, Попчик, это твой дом? Это мой клановый дом. Попчик, у меня к тебе будет нескромная просьба, Попчик. Можешь все ресурсы свои отдать, пожалуйста? А зачем? Ну, Попчик, ты же хочешь девушку обеспечивать? Не знаю. Ну, если не знаю, Попчик, если ты девушку уже домой пригласил, хотя бы на чай дай там. Чё ты смеешься? На чай. Попчик, этого слишком мало. Отдавай мне все, что у тебя есть. Не знаю. Давай. Не стесняйся. Попчик. Дай ресов, милой девочке. Я стесняшка, скромняшка. Намеряшка. Бровястая. А тебе вот эти ресурсы подойдут? Не-не-не. А ты можешь броню снять? Я тебя сфоткаю на память. Сними броню, пожалуйста. Тебе на память сфоткаю. Полностью снимай. Снимай. Ты меня сейчас убьёшь, да? Я таким не буду заниматься. Убери тотем. Все из рук убери. А теперь... Ой. Стой, я тебя сейчас сфоткаю. А ну, встань напротив березы вот этой. Напротив березы. Вот тут. Очень красиво выглядишь. А теперь, как говорится, нельзя доверять девушкам. Поэтому... Ить. Ай, ах так. Это что? Понятно, что с тобой. 10 хп у него осталось, не повезло, не фартануло. Стой, я случайно. Я не знаю, как ты получилась. Сама рука дернулась, представляешь? Представляю. В общем, я хотела тебе давно сказать. Сними броню еще раз, я тебя сфоткаю. Он снял броню? Давай сейчас скриншот сделаем, давай? Давай. Давай вот, нажимай F5. Давай. Нажал? Да, нажал. Хорошо. Да куда побег? Ах ты, не ожидал? Нет, ты домер, нет! Блин, не повезло. Не понравился он домеряшек. Там все твое забирай. И вот это забирай, это все тебе. Госскрин, пожалуйста, на память. Брат, я тебе донат дал. Это все твой дом? Да, это все мой дом. Ну не мой, а вот дом моего клана, вот наш с ним дом. Ничего себе, ты блатной получается. Короче. Да, я стараюсь. У меня тут темка есть одна, знаешь какая? Давай, слушай. Ты сейчас отдаешь вообще все ресурсы, которые есть у тебя, я их умножаю. Можно попробовать. Давай. Давай мне два угля теперь умножай. Вот сперва уголь умножь. Уголь не умножается на два. Уголь, если один, то уголь один. Стейк тоже не умножается. А что умножать? Все, что у тебя есть, давай. Я покажу тебе, как это умножать. Давай, не стесняйся. А шалкер умножается? Конечно, все умножается. Ломай его. То есть все умножается, а уголь не умножается. Да. С углем просто не везет. Я еще не научилась колдовать с углем. Он же черный, поэтому, да? Да, это все из-за этого. Может дать шалкер, я на него посмотрю, погадаю. Ты гадать умеешь? Конечно. Вот шалкер дай погадаю. Я тебе все нагадаю. Давай я сперва вот вопрос придумаю. Вот что мне надо нагадать? Про что я хочу знать? Да просто дай мне шалкер! Шалкер! Ты, пожалуйста, не ревнуй. Но есть одна девица. Да я не ревную, мне вообще пофиг. Не подумай, ладно? Хорошо. Мне интересно, как у нас все с ней сложится, понимаешь? Понимаю. Ну, я тебе расскажу, как у тебя с ней все сложится, если шалкер отдашь. Давай. Ты по шалкеру, да, нагадаешь? Да, по шалкеру гадаю. О, да, спасибо. Пойдем погадаю. В общем, у тебя с ней все получится. Все будет чик-чирик. Пока. Подожди. Шалкер, вот у меня можно вот друг тоже спросит, вот у него ему тоже погадать, у него тоже шалкер есть. Шалкер, не знаю, мы же, короче,
Мы тут эти, кто путники. А, путники, понял. Да. Да ладно, мужик, ты чё пристал? А где Настя? Ты чё? Я её парень, я ей не разрешаю играть с мужиками, всё. Подожди, подожди. Всё, она уходит. Я не разрешаю ей играть с мужиками, все. Я знаю, что она с тобой играет. Все, пока. Все, уходим от него. Шалкер, я стырил. Тут тем более, знаете, что лежит? А, крошка! Даже с тобой, но она будет тебе изменять со мной. Так и знаю. Она моя. Все. Да иди ты в пень уже просто. Ты домер? Нет. Почему такой голос? Ну, потому что я девушка. И что ты хочешь? Я тебя нашла не просто так. Я хочу, чтобы ты мне отдал свои ресурсы, потому что мне холодно, понимаешь? Я проверяю парней на жадность. Дай, пожалуйста, ресу. Ресу? Да. Все, отдавай. Можешь только, пожалуйста, голос нормальный поставить? Ну вот, это мой нормальный голос. Я так всегда общаюсь со всеми. У тебя, кстати, красивый дом. Спасибо. А ты можешь меня в приват добавить? Я тебя хочу загриферить. Не, извини, не могу. Почему? Ты такой милый и красивый, как зеленый огурец. У тебя скин даже чем-то даже, может, на гоблина похож. Но ты мне нравишься. Спасибо. Такой, какой ты есть. Спасибо, неприятно. Это хорошо. А мне было бы приятно, если бы ты меня в приват добавил. Вот, Надя, держи, иди сюда, Настя. Ой, спасибо вот, большое. На, спасибо. А давай скриншот сделаем? Давай. Только сними броню. Видишь, я давай, тоже. Хорошо. Сними. Убери все из рук. Так, все из рук давай. Убери все из рук. А зачем? Ну так надо для скриншота. Давай, F5 нажимай. А теперь Агария Гуджу! Извиняемся. Ну, нельзя доверять девушкам, ну тем более, как бы, на гриферском сервере. Ну, очевидно же! Так, ему явно что-то не нравится. Что же я тебе сделал? Ты можешь меня в приват добавить? Я тебе ресурсы верну. Можешь? Сейчас добавлю. Давай. А ты чего броню одеваешь? Можешь меня просто в приват добавить? А то мне кажется, что ты меня хочешь загриферить. Что ты там делаешь? Что, мне кажется, мне сейчас будет габелла, поэтому... Приват, добавь мне. Я хочу тебя загриферить. Да не, какой приват ты? Ну, мы будем жить вместе, а потом у нас появятся маленькие зеленые гоблинчики, да? Гоблинчики? Блинчики. Блинчики давай! Добавь приват, пожалуйста. Мне иногда бывает, знаешь, приступ такой ярости. Приват добавь! Пожалуйста, можешь добавить? Я милая, скромная. Люблю грифель. Давай только завтра. Смотри, меня такой распорядок не устраивает. Дай топор на секунду. Топор, дай. Дай ну, топор. Извини, я тебе его не дам. Ну нет. Дай топор, я хочу посмотреть. У меня такого никогда не было. Пожалуйста. Не-не-не, ты чё, не-не-не. Так, вот. Да, как ты? Я у тебя в сундуке топор нашла, ты не против? Да, конечно, бери. Все, спасибо тебе большое. А стой, а за что? Я же сказала, я пришла тебя, чтобы загриферить. Ты не против? А за что? Что же я сделал, скажи? Ничего, пожалуйста. Ты просто красивый. Я люблю гриферить. Я знаю этот номер, пожалуйста, что ты делаешь? Ну все, больше не буду. Это было все для того, чтобы сделать тебе подарок. А как ты в регионе ломала? Я тебе купила императора, теперь... Чего, император? Теперь я твоя мама. Как? Вот так. Это все по блату. У меня стак слитков золотых, и я купила. Офигеть. А с вами был Домер. Точнее, Домеряшка. Все, всем пока. Да и не всегда, пожалуйста, доверяйте девушкам на сервере. Да, в я мужик, что ты ко мне пристал? И подписывайтесь на канал. Домер. На миллион подписчиков выйдет рецепт окрошки. Домер. Все. Ролик подо мной посмотрите. И справа чего? Тоже есть такой. Всем пока.